Северской избрали главу поселения. Им стал Олег Ратников. Вчера, 12 декабря, прошла 67-я сессия Совета Северского сельского поселения. Приняли участие в ней глава района Андрей Дорошевский, председатель Совета муниципального образования Северский район Владимир Захарченко, заместитель прокурора Сергей Косенко и представители общественности. По итогам второго этапа конкурса по отбору кандидатур на пост главы было зарегистрировано два кандидата – Елена Сорокина и Олег Ратников, который был избран практически единогласно в ходе тайного голосования. Голоса распределились следующим образом. Ратников Олег Владимирович – 17 голосов, Сорокина Елена Александровна – 2 голоса, против всех – 0, воздержался – 0. Олег Владимирович – личность известная, ветеран боевых действий в Чечне, спецназовец, награжден Орденом Мужества. Родился в 1976 году в станице Северской, женат, воспитывает 3 детей. Продолжительное время работал директором кинотеатра «Ударник» и являлся председателем Совета Северского сельского поселения. Перед церемонией принятия присяги Олег Ратников поблагодарил депутатов за оказанное доверие и уверил, что приложит все усилия для дальнейшего развития веренного ему поселения. Вступая в должность главы Северского сельского поселения Северского района, торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы Северского сельского поселения, защитить интересы жителей поселения, и уважать и охранять права, свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Краснодарского края, устав муниципального образования Северского района. В напутственной речи глава района Андрей Дорошевский выразил надежду, что этап нестабильности в поселении наконец завершится. Хочу, чтобы у Олега Владимировича все получилось на этой должности, на этом посту. Правильно было сказано, что череда перемен глав поселений на время приостановила развитие Северского сельского поселения. Некоторые вопросы, некоторые проблемы копились не то что годами, десятилетиями. Чтобы сейчас их решить, вот там в один год-два, просто не хватит ни времени, ни сил, ни средств. Поэтому необходимо, Олег Владимирович, прежде всего вам составить план мероприятий, посмотреть на проблемы уже теперь со стороны как управленца, главы поселения, распорядителя бюджетных средств. Успешной работы на благо жителей Северского поселения пожелали новоизбранному главе и все присутствующие на сессии.